официальным данным, сегодня в Анапском районе зарегистрировано более 6 тысяч мигрантов, имеющих патент на работу. Незарегистрированных гастарбайтеров в два раза больше. На хуторе Воскресенске на объездной дороге специалисты задержали двоих узбеков. Временную регистрацию по месту пребывания оформил только один иностранный гость. В сопровождении группы казаков иностранец зашел домой за документами. Еще один объект проверки – гостиница. Здесь тоже проживают гости из Узбекистана. Выяснилось, патенты на работу с истекшим сроком годности. Если мигранты срочно не продлят документы и не предоставят их при очередной проверке, придется им возвращаться домой с запретом посещения России в ближайшие 5 лет.